платье на черном фоне. Цветы коричневые. Ну, я, да. А здесь посмотрите, какое у нее сочетание. Бежевый, коричневый, черный. И она сама красавица. Серый. Очень красиво. Нюся, я вас знаю много лет. Вы знаете, где я с ней познакомился? Я с ней познакомился лет 20 тому назад в парке. Она ко мне приставала. На библиотеке там. Не-не-не-не-не. Я когда ее увидел, я сразу ее начал агитировать в садик. Помнишь, да? Конечно. Нюся, вы, насколько я знаю, вы всю жизнь проработали с людьми, умели с ними находить контакт, умели придумывать для них различные мероприятия. Нюся, я вам открою секрет. Я могу открыть секрет? Нюся по образованию режиссер. И поэтому она понимает, что она делает. Скажите, пожалуйста, вы, ну я не знаю, как сейчас, но раньше вы были такой очень известной в городе общественницей. И очень... Министр культуры, согласен. Старались делать для людей их жизнь интереснее, скажем так. Скажите, пожалуйста, когда вы организовывали какие-то мероприятия, выставки, я не знаю, концерты, вы думали о том, как вы лично будете выглядеть? Я ночами не спала. Я думала о том, как лучше провести то мероприятие, к которому я готовилась. А о наряде я не забывала никогда. Этого замечательно. Можно я вам задам нескромный вопрос? Скажите, пожалуйста, вы в Америке покупали себе одежду? Если да, то в каком магазине? Ну, в разных магазинах. Я и в Мэйсисе покупала, и в Нордридже. Не произносите эти магазины вслух. Те, кто получает SSI. Да. Скажите, пожалуйста, вы когда покупаете себе одежду, из чего вы исходите? Из названия фирмы? Или пойдет она вам, или не пойдет? И то, и другое. Вас вообще волнует производство, кто сделал, китайцы или французы? Конечно, конечно, волнует. Скажите, пожалуйста, как вы предпочитаете одеваться? Свободную одежду или более такую строгую? Ну, я предпочитаю, чтобы я выглядела хорошо. И в этом убеждаются все, кто здесь присутствует. А прически кто вам делает? У вас всегда аккуратная прическа. Меня стрижет наша Диночка, а причесываюсь я сама. Да? Аплодисменты Дине, между прочим. Она только меня не может стричь, у меня очень сложный это. Так, Нюсенька, я вас поздравляю, большое спасибо за поддержку. Так держать и не сдавать свои позиции.